такая красота на улице. Привет, мои любимые. Бусечка кушает. А там так солнышко и так атмосферно. Не знаю, как это все показать, передать. Но как есть. И это лужа. И дождик закончился. Но идти уже поздно. Делать какой-то рюкзак или что-то уже завтра. Бусь-бусик, кушаешь? Кушает свой Пурина Ван. А это тут... Кстати, Буся вот здесь рядом лежала на одеяльце. Хурита пришла. Ревнуша. Ревнуша. Эй! У меня такая музыка красивая. А там сердечко, видите, на дереве. Вот оно. Светящееся. Так после дождика сразу стало свежо. Просто супер. Даже уже дорога подсыхает, и река куда-то делась. Я ее не трогаю, потому что она как-то то ли обижается, то ли что, сразу же перестает есть. Сколько людей? Добрый вечер, мои любимые. А я вчера вечером сидела. И у меня звонит телефон. Смотрю, незнакомые. Но я не как подруга. Я поднимаю незнакомые. И не то, что часто, а, наверное, всегда почти. Вот. И там по телефону слышу, паренек что-то говорит. Ну, мальчик такой, сколько ему лет, не знаю. Может, 14, может, сколько. И возле него толпа, слышу, тоже детки. Ну, или молодежь, или как хотите называйте. И говорит, вы... А, когда будет встреча с нашим любимым блогером, или там что-то. Я говорю, так, когда вы решите. Я тут при чем? Встреча же с подписчиками. Значит, подписчики должны это все... решать, а не я. Вот. Так прикольно. И вчера тоже я так удивилась. Мне написал кто-то. Ирина, а почему кольца, типа, не снимаете, когда там что-то готовите? А я вот раньше тоже задавалась таким вопросом, когда жила в Ливане и видела, что там эти женщины ливанские, они во всех этих золотых браслетах и на каждом пальце кольца, так же, как и индианки, так же, как и многие-многие-многие другие женщины всех или многих народов. Я тоже все время так спрашивала. И даже какие-то недовольства вылазили, еще что-то. А сейчас все это вижу, как ум отвлекает от нас же.
вот такими всякими бестолковыми вопросами. Что тебе мешает мое, например, колечко, и почему, откуда этот вопрос? Сразу же спрашивай себя, кто задает этот вопрос, кто спрашивает. Тебе непривычно какие-то вещи, ну а для меня они уже стали привычными. Я готовлю в кольце, например, и что здесь такого? Даже если я там размешиваю что-то, картошку, например, я порезала, чтобы жарить, и я ее размешиваю в кольце. Почему нет? Это серебро. Даже серебряные ложечки кладут в водичку детям, чтобы они там обеззараживали. Или там, вот если с камешком, с таким, с розовым кварцем, то они вообще для здоровья. Можно это колечко серебряное положить в воду, насколько хочешь, чем дольше, тем лучше. И оно полностью обеззараживает, очищает, гармонизирует. И так далее, и так далее. И одну благость дает твоей воде. А откуда эти вопросы? Как будто бы... Вот многие, многие с такими непрошенными советами, это так как-то... Ну, неинтересно. Даже не знаю, что на это отвечать. И если я в отличие от кого-то или от подруги отвечаю на незнакомые телефоны, вот, то на такие неинтересные вопросы я чаще всего не отвечаю. Хотя сейчас именно этим и занимаюсь, чтобы больше не отвечать. А просто или удалять, или не обращать на них внимания. А почему вы в кольце? А почему у вас прическа такая? В парикмахерскую и выкинуть наушники? Ну, так давайте, все за меня тогда решайте. Что мне надевать, что мне говорить, что мне вообще делать, и так далее, и так далее. Разберусь я. Даже у Буси свой опыт и своя жизнь. Я не присваиваю ее. И не говорю ей, что ей делать и как ей жить. Единственное, что благодарна ей за то, что она появилась и принесла радость в мою жизнь. Да, моя девочка, кто там? Кто там? Сейчас она тебя по морде как врежет. Хора. От нее пахнет кормом. И Хорита ее облизывает Бусю в нос. Все, Хорочка, уйди. Уйди. Молодец. Пахнет от Бусечки вкусно. Свеженький кормик. Бусь, кушай, кушай, девочка. Не бойся, кушай, кушай. Ну куда ты сваливаешь? Дай бог с тобой сваливай. Такая у нас тут красота, моя любимая. Всем волшебного вечера. Очень-очень-очень люблю вас. Спасибо, что вы есть.